Камчатки прямиком на новогодний стол сочинцев. Возле вкусного и ароматного прилавка «Икра и рыба камчатская» выстроилась длинная очередь. Хоть Сочи и находится на берегу моря, но таких деликатесов здесь точно не купишь. Например, вот такую свежую чавычу, слабосоленую, горячего или холодного копчения. Чавычу за изысканный вкус, большое количество белка и длинный список полезных микроэлементов называют царицей лососевых. А вообще на выставку «Рождественский базар» в Сочи компания привезла более 45 видов рыбы. Белорыбица очень нежная, вкусная, неповторимый вкус. Корюшка, зубатка, палтус, нырка. Большой выбор, более 45 видов рыб у нас. Мы коптим из свежего сыря, не из замороженного. Это позволяет сохранить все полезные свойства. Рыба только натурального копчения. Коптят ее на вишне, ольхе и яблоне сразу после вылова. В Сочи деликатесы привезли самолетом прямо с Камчатки. Но, несмотря на большое расстояние, без глубокой заморозки. Чтобы сохранить все полезные свойства продукта – витамины и микроэлементы. Мы любим эту продукцию, уже не один год приобретаем ее. И всегда обычно остаемся довольны. И перед Новым годом всегда хотелось бы что-то вкусное на стол для себя, для гостей. Качество продукции просто замечательное. Мы от него в восторге. Ну и сегодня, как всегда, набрали большой сет или комплект разной рыбы. Мы ждем каждый год эту ярмарку. Специально отслеживаем, когда она будет. Рыба действительно очень вкусная. Ну и цена, я считаю, соответствует абсолютно качеству. Ну и какой новогодний стол без красной икры? Здесь можно купить икру чавычи, слабосоленую, крупнозернистую. Компания «Икра и рыба камчатская» ждет своих покупателей на выставке «Рождественский базар» до 22 декабря с 10 до 18 часов в гранд-отеле «Жемчужина». Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.